Я в 2019 обещаю себе быть счастливой. Да, счастливой. А еще что-то? Более добрее к своим близким. И побольше быть дома. Обещаю себе хорошо сдать сессию и всем новогоднего настроения. Я обещаю в 2019 в кои-то веки записаться в тренажерный зал. Ну, себе дам обещание хорошо закрыть сессию, а городу получше чистить все дороги. Я обещаю себе стать педагогом года. Да, хорошее начинание. А вы что себе обещаете? Стать лучшим мужем и лучшим папой. Лучшим мужем лучшего педагога года. Да. Лучшим папой. Ну, я обещаю, что все было в семье хорошо, чтобы дети учились, достигали своих планов. У меня их трое. Так что у меня все мое счастье и обещание связано только с детьми. Что я пообещаю? Что работу найду. А вы что себе пообещаете в 2019? Еще больше работать. Я пожелаю всем успеха, достижения цели, счастья, здоровья тем, кто хочет деток, творчества и роста. Я желаю всем счастья, всем удачи, чтобы всегда люди ходили и улыбались. Ну и чтобы кругом было добро. Ну, городу желаю процветания, успехов. А себе желаю тоже процветания, здоровья самое главное. Конечно, главное здоровье всем семье, да и всем ивановцам. Ну и успехов. Остальное все придет. Ну, а себе бы хотелось здоровья в первую очередь себе и своим близким. Ну, шубу, наверное, новую, машину другую. Ну и всего-всего самого хорошего. Желаю, чтобы у города все получалось. И были не только какие-то такие маленькие продвижения типа шаров, которые сейчас установили очень красиво. Ну, что-то больше, что-то масштабнее, красивее было. Я бы хотел пожелать нашему городу и всем горожанам, чтобы наш город становился более красивым, эстетичным и с более высоким уровнем, так сказать, комфорта, да, для граждан. Степаново стало намного ярче, я считаю. Предновогодняя подготовка к городу удалась. Очень красивый город. Вчера вечером мне удалось побывать в центре города, и я была в восторге. Вот по сравнению с предыдущими годами, конечно, этот год стоит отметить. Ну, мне нравится, как меняется наш город. Вот, и нашего нового руководителя я, в общем-то, от всей души поддерживаю. Настроение у нас есть. Это новогодняя елка, украшение всего дома, подготовка подарков. Хорошо, а что бы вы друг другу хотели пожелать в 2019 году? Чтобы никто не болел, чтобы все были счастливы и здоровы. Елки очень красивые. Даже вот на площади Ленина была одна елка. Потом вторая, в общем, очень красиво, интересно, даже с детьми гулять, внукам приятно. Прежде всего, нужно создать настроение, вот как открываешь дверь в дом, в квартиру, нужно, чтобы ты сразу попадал в Новый год. Это, прежде всего, аромат. Я покупаю ароматические масла, мандарины, апельсин. Весь дом этим маслом прокапываю, поэтому открываю дверь, сразу настроение на позитив. А новогоднее настроение есть, создаю... Просто живя одним новогодним настроением с городом. Сегодня я работаю в Серебряном городе, помогаю. Приходят очень маленькие здоровские ребятки, которые подходят к нашему Деду Морозу, рассказывают стихи. Сегодня даже танцевали и пели. Пели совершенно разные песни, и при этом ты смотришь, даешь им вкусные чупа-чипсы, играешь с ними и заряжаешься от них новогодним настроением. Что еще все впереди, и многое. Больше надежды, наверное, чем каких-то. Хочется больше каких-то надежд, чем подводить итоги. Мне кажется, надо больше работать над собой, и тогда у нас будут и итоги в 2019-м, и в 2020-м. И больше надежд таких сбыточных, которые мы можем сделать сами, можем сделать с вами –